Всем привет! Вот мы опять снимаем по поводу ваших комментариев. Вы считали, Даня, мои видео самые лучшие. И даже подписывайтесь на мой канал. Так что вот вам лучшие выпуски. Простите, будем гонять, крушить все против копов, будем воевать. Так что вам скучать не придется. Ну, поехали. Найдем полицейских и убьем пару. Мы не будем вам это. Мы будем сейчас снимать 3 серии этих. Так, кого-то тут не знаю. Помнишь, мы будем снимать 3 серии Mortal Kombat и 3 это. 3 серии, как там? А, вот, GTA 5. Простите, что вас нужно. Ой, ну того. Да где же он? Неужели та машина, которая гонит? Нет, вижу по обочине где-то. Вон какой-то. Да, по-любому это. Да, то что нормальные водители так не едут. Слушай, блин, я забыл как стрелять. Простите, но мы уже давно не играем. Я тебя грохну, стой! Полиция сказали вы. Чё? Так, тут... Так, давай дадим украденную вещь. Это фургон, кажется, был. Но, простите уж, мы за ними гнались. В честь чего они начали фургон такой красть. Фургон нужен. Фургон как фургон. А, да. Или, может, что-то есть ли машина? Мы не знаем. Мы не знаем точно, но плевать, короче. Да, сейчас немножко подвинем. Вот. Где ты чел? Он у нас украл деньги. 1800. Если бы мы 1800 смогли бы сохранить себе. Да, а где он, кстати? Вон он. На самом деле, мы соберем на него, наверное, 1800. 1800. Это 1800. То, что это наш. Наши деньги. Мы забрали. Ура! Вот мы и нарвались на полицию. Пора пострелять. А, блин, это малиновый автобус. А нам нужен банановый. Ой, да куда же вы все едете-то? Малиновый. Если что, нам нужен банановый автобус, он прикольный. То есть, с цветом банан. Погнали! У кого еще есть возражение на этом? Я сдох, русские не сдаются! А кстати, что они нападают на своих? Да, я не знаю, может, он знает, что это я. А может и нет. О,
автобус. Банановый? Нет, это броневик. О, смотри, стойка. Откуда еще? А, это я тормозил когда. А я думала, что тут такого нету, а ты? Я тоже тормозил. Может, так же может быть. Но если что, мы этого не знали. Что может быть. А вам, нам все равно. Не знаю, не знали, не знали. Шина. Если что, у нас есть ассасин. Но мы пока не пройдем там одну миссию, мы не будем снимать. Да. Там нам не нравится миссия одна, так что вам, думаю, тоже не понравится. Да, но если вы хотите, чтобы мы вам показали ее, тогда это пишите в комментариях. Да. Руки не даем вам! Так, нам еще нужно найти банановый автобус. Что, опять колесо? Да, конечно. Сюда видно, а это колеса приходят. Как вы заметили, у нас уже 3 звезды. Ничего страшного, еще раз нарвемся. Да, если вы хотите, чтобы мы взяли чоппера, тогда не знаем, что мы, как вы видите, отсвечивается экран компьютера. Когда экран. И можешь на камере немножко подвисать, потому что это ноутбук у нас. И вот. А ноутбуки бывают, что немного подвисают. Показать вам любимые мои занятия. Люблю ломать стекла машинам. О, что-то новенькое. Новая машина. Да ломайся ты! Ты что? Они вот нормальные, сбивают человека. Ух, смотри, кто хочет? А то приехала, хоть и умерла, а сейчас еще пищит добавок. Головой своей. Ладно, поехали. Вот там нашли одна из. Вот же слабаки, даже не успели приехать. О, нет. Снова нас могут поймать. Да не, ну не поймали, а убили. Но те, кто... Он меня никогда не поймет, я не дам тебе. Но те, кто не знает, как... Какие... А кстати, давай не хипа, проходим немножко. Вот это все не снимем, в двух следующих будем это снимать. Ладно, извините. Ну, я же буду устанавливать запись, чтобы как-нибудь более круче было, так что не жалуйтесь. И, Вероника, я сейчас бегу, и тюрецкую включаю, давай. Раз, два.